Общий привет, друзья! Вот и пролетело лето, вот и пролетели 2 месяца моего отпуска, и я возвращаюсь к своей повседневной работе, а также продолжаю вести свой YouTube-канал. В то время как я раздумывал, с какого ролика мне бы начать новый сезон, мне пришло письмо по электронной почте от Международной гильдии трубачей, в которой я состою уже с 2011 года. Как-нибудь я поподробнее об этом расскажу. И там было написано, что: «Дорогой Эдвард, не хотите ли вы пройти по ссылочке и посмотреть конкурс, который происходит прямо сейчас в Ирландии, в городе Дублин?» И называется он «Международный конкурс Элвордс Смит». Вот. И как-то так совпало, что я прошел по ссылке и попал прямо на выступление онлайн. Это показалось мне очень интересным, и я решил начать этот сезон прямо вот с этого коротенького ролика. Честно скажу, вчера я случайно попал на выступление второго тура и просто не мог оторваться. Дело в том, что когда вы смотрите это в записи, вы понимаете, что это запись. Концерт уже состоялся, или выступление уже состоялось. Но когда вы видите выступление конкурсантов в режиме прямого времени, это вот как-то очень интересно, знаете. Могу сказать, что я сделаю потом, попозже, обзор всего этого конкурса. Мне очень понравились выступающие, исполнители, и у каждого из них я заметил какие-то такие особенности, на которые тоже хочу обратить ваше внимание. Поэтому вы можете пройти по ссылкам, чтобы посмотреть завтра выступление третьего тура. Потом 24 сентября вы можете посмотреть выступление 5-го тура, и выступление 6-го тура будет 25 числа. Ну, это я так говорю, туры, хотя по факту по-английски они говорят раунд 2, раунд 3, раунд 4, раунд 5, раунд 6. Вот. И потом, видимо, будет совещание жюри, и они выберут победителя конкурса. Все это очень интересно, потому что вы можете все это наблюдать и видеть, как вообще играют трубачи. Какие-то нюансы мы потом обсудим в следующем ролике, когда конкурс будет закончен. Так что тема моего сегодняшнего ролика, которым я открываю новый сезон, это будет приглашение всем желающим посмотреть, поучаствовать, поприсутствовать хотя бы онлайн на международном конкурсе Элвордс Смит, который происходит сейчас, прямо вот сейчас, в Дублине, Ирландия. Надеюсь, сегодня какое-то количество трубачей смогут посмотреть этот ролик, увидят это объявление и смогут поучаствовать на выступлении трубачей в YouTube 23, 24 и 25 сентября. Я думаю, вам будет это не безинтересно. А вообще, я думаю, что это будет очень интересно. Вообще, когда я вспоминаю наши конкурсы, вот те, которые происходили когда-то во время моей молодости, да и в зрелом возрасте, записи вообще как-то не приветствовались. И многие делали эти записи подпольно с тем, чтобы в случае проигрыша подать апелляцию. А сейчас, вот видите, международный конкурс происходит мало того, что в прямом эфире, то есть любой желающий в любой точке мира может посмотреть этот конкурс и как бы составить свое мнение, и потом согласиться, либо не согласиться с мнением жюри. В любом случае, мне кажется, очень интересно узнать, как играют молодые трубачи из разных стран мира. В конкурсе принимает участие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 трубачей, которые прошли онлайн прослушивание. Из Франции, 2 из Англии, 1 из Швейцарии, 1 из Бразилии, 1 из Соединенных Штатов Америки и 1 из Польши. Итак, друзья, этим роликом я открываю этот новый сезон. И надеюсь, что этот сезон будет достаточно насыщенным. Мы продолжим рассматривать различные музыкальные инструменты, продолжим выкладывать знаменитые аудиозаписи в исполнении великолепных трубачей. Ну и всем, что мне покажется интересным. На этом буду заканчивать этот коротенький ролик. Подписывайтесь на мой канал, задавайте любые вопросы. Всем пока!